Все издания, которые были опубликованы в регионе в этом году, представлены на выставке в одном из залов библиотеки. Цифра весьма солидная – 696 книг разных жанров. Поэзия и проза, учебники и фотоальбомы. Очень много изданий по краеведению, впрочем, это уже некая тенденция. Да, действительно, это вызывает интерес не только у писателей, но и у читателей, к счастью. Пожалуй, самый большой интерес – это краеведение сейчас остался, к истории. Почему краеведение вот именно? Краеведение? Ну, потому что люди живут здесь, им интересно, это наша родина. В рамках фестиваля жюри назовет лучшие книги Алтая 2020 года в нескольких номинациях. Министр культуры региона Елена Безрукова членом жюри не является, но некоторые произведения, которые претендуют на победу, ей особенно близки. Я с особым трепетом отношусь к книгам, которые выпущены в связи с именем Александра Михайловича Родионова. А таких книг у нас две. Это книга Ларисы Вигант о писателе в рамках серии «Алтай. Судьба. Эпоха» и книга самого Александра Михайловича Родионова. Вот книгу Ларисы Александровны я начала читать в электронном виде. И после того, как книгу получу в бумажном, продолжу, потому что это очень увлекательно написано, очень с душой. В этом году презентации книг, встречи с местными писателями и онлайн-общение с литературным критиком из Москвы будут доступны читателям 23 библиотек края. Узнать о программе можно на сайте Шишковки. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.